Вот сейчас, Дмитрич, ты у нас Чернобаев. Да, я есть. Я надеюсь, когда-то есть тебя такой. позовут в эту самую Академию наук, чтобы проконсультировать тебя. Мне 73 года, меня чаще всего, то есть быстрее всего туда позовут. Так, все, если уже такой зикой. Я серьезно. Итак, все серьезно. Нечего мне слушай, там делать. Слушай сюда. Вот. Слушай сюда, только вот это. Лучше бы тут табуретка была, потому что упадешь, лучше сесть. Ну-ка, я держаться Привозит буду ко за мне, это. я, может, рассказывал, может, нет, мы часто видимся. Привозит ко мне Турсун Доскобилов, ученого молодого, кажется, аспиранта. Вот. Назвать институт сибирский знаменитый, я боюсь, хотя вычислить легко с одного раза, но я не буду. И вот он, значит, а этот институт славится своими сибирскими сортами груш. А где он находится вообще? А я не хочу ничего говорить. А, ну ладно. Почему? Конечно. Сейчас поймешь, почему. Деликатный вопрос. Ну. У меня сварок ихний, кстати. Вот. Видел урожай 40 ведер почти каждый год. Такой же это самый вяжущий. Он да, чем-нибудь да. отличается? Или... Не, молодые они, вкусные, молодые. Да, какой вкусный. Ага. Он сладковатый. Я когда я первый урожай был, я не ел их, я жрал. Но у меня не было других груш. Знаешь, все обливался соком. Вот какие они сочные. Вот. А плоды были, знаешь, поверишь? Ну. Сейчас у него плоды 150 грамм в среднем. А были 500-600. Ага. Но дерево уже под небом. Так. Нет, так все самое главное ты не рассказал. Ты бы рассказывал, а я бы дальше это самое тебе кое-что показал. А так нет, ты слушай ну, внимательно. Ладно, давай лучше послушай. Значит, ну, давай так, я вожу молодого ученого, ну, Доскобилова не первый раз отходит, так, ну. Не вмешивается. Значит, давай вспоминать. Я его угощал. Вот это что у нас? Лесная красавица. Лесная красавица. Еще не окрашенная. Вот, кстати, брамбер... лесная красавица бывает 30-40 грамм. Просто сумасшедший урожай. Она очень крупная бывает, действительно, до 300. Вот. Ну, так вот, слушай дальше. Но... Давай вспоминать. Осенний Яковлев угостил его. Угу. Ой, какой у него вкус это. Вот. Ну, Яковлевский хороший вообще. Дальше, дальше. Осенний, да? Среднерусская. Уж это считалось раньше. Ну, ничего, ну, вкусное все. Морозостойка невероятно. Вот. Дальше, сейчас начинаю вспоминать. Угу. Ладой. Так, Воронежская, памятью Яковлева. Так, потом нарядная Ефимова. Вот. Давай, подсказывай, у меня памяти нет. Что у тебя еще есть от меня? От тебя? Да. Ну... Еще что-то есть. А вот это. А вот это. А, нет, ну это... Гигант. Гигант позже, так, позже от появился. Тебя, лютневая. Лютневая еще от меня. Не, и лютневая от тебя, из груш, допустим, да? И это лада. И вот это вот, гигант. Ну, гигант потом появился. Так, что у меня? Позже. Мичуринскую я брал у... Нет, все, все. Все, у другого человека, вот про что. Вот я около 10 пальцев загнул, всем этим я угощал. Мы ходили часа два. И что смущало? Он замолчал, молчал, молчал, молчал. И перед, когда мы прощались, он сказал, вот, вообще-то я занимаюсь именно грушами. Вот, но... Как-то получилось, что из этих сортов я ни одни не только не пробовал, даже не слышал. О, блин. Можешь у Турсуна, он заезжает, проверить это, правда это или нет. Ну, Турсун ко мне часто тоже заскакивал. То есть мы берем, в этом году, правда, не было. Прививаем. Как получилось, это же учебный фильм, как получилось, что мы не сговариваясь, только ты и я, и причем ты не знал, что я это делал, я не знал, что ты это, до поры до времени. Что мы оба нашли в одном месте уссурийскую грушу, супер морозостойкую, да, и на нее прививаем. Ну, как не сговариваюсь. Большинство, я потом выяснил, что многие садоводы, да, берут, ну, вот там, в очагах. Нет, дело грали. В том, что... Сейчас я дальше дикоросы адрес эти. Не раскрывай. Ну, ага. Дело в том, что... Хорошо, не буду. Я когда, по слухам, так же, как и ты же там, правильно? Ну. Заявился чуть не на коленях и говорю... Мне уссурийскую грушу бы желательно, дикую, якобы у вас есть. Он говорит... Да там лесопосадки. Он говорит, вы знаете, ничего не получится. Как не получится? Мы каждую весну их засеваем, а осенью запахиваем.
все же... Смысл какой? А план выполняет. Ой, дурак. Ну ты же это анекдот знаешь же про иностранца, который говорит, один русский выкопал яму, а второй закопал, один выкопал. Не, у нас тоже так часто было, в советское время особенно. Только заасфальтировали, вторая бригада приходит, уже долбит. Трубы какие-то, да, или телефонные кабели. Да, все, ну, ладно, это мелочи. Это смех сквозь слезы. И вот получилось, что и это, мы оттуда, а я потом нашел 600 вот таких вот сеянцев. А они сами из-под этого, из-под листьев вылазят. Да, да, да. Их берешь вот так, там песчаная почва. А мне сказали, я ни одного не найду. Это я-то, железо. Я 600 взял. Я их насмыкивал, потом прикопаю здесь. И весной рассадил. Отличные саженцы вырастают. А еще лучше вырастают, если семечки почти с гнилой грушей добыл. И в зиму их посеял. Я обычно сеял через 20 сантиметров, по одной семечке вставал. Ты, наверное, помнишь, первые годы вот такие вот были. Сразу за один год, за лето, вырастали до товарного состояния, чтобы привить можно было. Толще карандаша. Серега особенно забирал твой. Железов. Приходит, ну, в смысле излишки. За деньги. Нормально. Нормально. Вот этот сад, я с них это семечек садил, да? И вот его я и вырастил. Не этот сад, я всем просто тогда раздавал саженцы, вот у всех соседей, у большинства соседей, есть вот эти сорта. У кого земли мало было, ну, в частности, у этого Гамановича, там у него два, наверное, от силы сорта. Валерий я напихал, наверное, сортов 5. У Сереги почти все. Вот у меня было, что-то я забыл, 14 сортов. Но я несколько забраковал и оставил только самые вкусные. Вот почему и... Так, продолжим обход. Давай теперь так. Последнее приобретение – это гигант Подмосковья. А я его сегодня ведро собрал, могу тебе в гараже показать, потому что падать начал. А мы сфотографируем, потому что это... Нет, вон ветка-то висит, ты его уже фотографировал. Так, у меня точно такие же плоды. Да. Так, но я на него не могу надышаться. Знаешь почему? Вот смотри. Потому что ты меня на целый год опередил. Смотри, снимали уже их, да? Да. Вот, они начинают розоветь и уже начинают поспевать. Смотреться не могу, до сих пор не верю. Вот, действительно, красавцы такие. Еще раз. А вкуснятина. Ирина Владимировна Мараховская. Мараховская, да. Вот, прислала из этого. Ой, какая красота. Вот она. Самое интересное, я всегда считал, чем крупнее, тем мне вкуснее. Не, эти и крупные, вот в этом году они, ну, сам знаешь, мельче намного. Да, мелочь. Хоть мелочь. Их и немного как вон это, она, по мелочь. Количеству, а после прошлогодней засухи, может быть, не отдыбались. Или в этом году тоже засуха была. Вон, видишь, газон даже этот желтоватый под ним. Вот и поливал и все прочее. Так, сейчас смотри, там дальше еще есть груши. Есть, есть, там лесная красавица привитая, есть одна отдельная ветка. Не, я хочу закончить на высокой ноте. Просто вот идти. Идти и любоваться, а ты уже что-то наснимал, я смотрю. Я уже это самое, квинти я уже снял, она уже начала поспевать, вот остатки заморыши. Давай еще. Заморыши, ну, остатки заморыши. Остались. А путнего там... нету? Все кто поснял. Мне вчера сказал, что это, пойдем. Что мелба вкуснее квинти? Я говорю. А, так это ты говорил? Не, все, да. Я с тобой больше не общаюсь. Ну и ладно, черт с ним. Знаешь, насчет вкусов обычно не спорят. Вот смотри, вот на твоей нарядной Ефимовой, да? Вот привитая эта лесная красавица. Ну, здесь немного в этом году тоже груз. Но уже, по крайней мере, окрашивается. Да, и дырка там на одну. Вот. Здесь последние эти самые сегодня снимал, зелененькие. Это... А это космическая. Космическая. Вижу. Тоже уродливая. Ох, красота вот какая. Лесная красавица опять же. Ну, елки-палки. Вот давай, гляди, слушай, сломается. Хорошо. Может быть, остановить съемку? Не все же валидол приготовили. Перед просмотром. Нет, вот она когда окрасится, вот и крупнее станет, да, намного. А вообще, ой, вкуснятина. Это еще и только красивее. Половина настоящая, это. Да. Настоящего а так размера. Она вырастает, еще одна половина увеличивается. Ну, она это. Я знаю причину. Прошлогодняя засуха сказалась. До сих пор аукается. Вполне возможно. У меня. Я так думаю. Мелба в два раза мельче. Это для кого-то ах, мелба. А для меня мелба и... это. В этом году когда теннисный шар. И яблоки все мельче. Вон, ну вот апорт сейчас проходили, да, кроваво-красный. Чего они вот всего где-то, ну грамм до 300 выросли, а обычно до полкилограмма. Так, там мы снимали, Формел снимали, все снимали, Формел, возвращаемся. Да, уже в два раза мельче. Давай вот так, триумфальное шествие.
Понимаешь? Слишком ли утомительно будет смотреть? Не такие уж мы профессионалы, но если у нас такие чудеса растут, значит, должны расти у всех. Не, грушу я самые лучшие перчики выбрал. Какой ты волшебник, а? Да какой волшебник? Вот семечек, я тебе повторяю, вчера мы смотрели. Все, пойдем дальше. Однолетки, видишь, можешь это уже готовые для, если кто хочет другой сорт привить, вот его берешь. Не, перчик на перчик, это не для... Осенний сюрприз. Персик на персик, это не для Сибири. Только на эти, на морозостойкие подвои. Так, триумфальная ходьба. Вот здесь... этот персик мы не показали. С той стороны лучше, здесь плохо, мало видно. Да, я все найду. Ой, красотища, привитый, по-моему. Нет. Нет? Не-не-не. Да, ты ж... да слушай, вчера мы только снимали. Ну, нету разницы между привитыми и непривитыми. Я же вчера тебе с привитыми давай взял. Давай сроки. Чего сроки? Привитый бывает. А, привитый на следующий год уже плодоносит. А но... непривитый 3 года надо ждать. На, ну, я знаю... На третий вот, бывает на 4-й год. Вот на третий он плодоносил. Ну, да, сам видишь, дерево-то вот оно быстро растущее. Там по югам мои вот эти же наши вот эти персики, да, хасанские, на 4-й, 5-й год по 10 ведер дают. Да. Ты представляешь, это какое-то чудо. Так, вот пощупаю, это уже тоже спелый, пожалуйста. Ну, они как абрикосы, не больше. Это, знаешь, вот виноград зеленый, сказала лиса, не допрыгнув до этого, да, до грозди. И я пару человек же что-то сказали. Один мелкий, а второй сказал кислое. А? Так хотят. Вот смотри, насчет этого, быстро, или как, скорости роста. Вот тебе однолетки, глянь. Видишь? Вижу. Вот, однолеточки. Я их последний метр будет. Я их почему это самое? Даже среди лета гну вот таким образом. Кол вбиваю с крючком. И они так привыкают, а на зиму я их еще сильнее вот таким образом беру. Пришпиливаю вот этими штучками. Обкладываю ветками сосны. Накрываю агрилом. Прекрасно зимует. Раньше, помнишь, чумы я ставил. О, такая это... Такая процедура была тяжело, длительная. Тяжело, но зато у тебя... 4-летний персик привитый давал по 500 плодов. Было? Больше. Считали же? Да больше. А, ну это еще официально. Больше. Так, больше. Дай-ка осу сдую. А то она мне сегодня одна уже укусила, видишь, вот шея красная стала. Давай, пойдем, полифальный обход закончим. Ну, давай. Виноград ты, конечно, не хочешь снимать, а то... Не. Ну, так сложилось. Так сложилось. Это то же самое, что я еще курями занимался, утками. Ага, да, действительно.